Та-дам! Сегодня у вьетнамцев нашла дуриан. Сейчас будем разрезать тут снины. Ну, что-то отрезала. Сейчас будем пробовать, типа. Все самое лучшее, блин. А ты знаешь, что вообще дома можно это делать? Можно. Главное, в самолетах его нельзя это перевозить. Ну, давай тарелку. Он точно вкусный. Ну, вообще он сладкий должен быть, по идее. Будет такое яйцо. Вот это нужно вытащить. Эту твердую шкурку убираешь, а мягкость... Я надеюсь, только не тут мы ее будем выкидать, если что. Такое лицо. Ты идешь на поправку, уже запахи чувствуешь. Тут такого запаха хрен не почувствуешь. Это точно можно есть? Конечно. Ты же меня снимаешь? Или... Не дай бог, ты меня выложишь, Оля, в ТикТок. Ну, начинай кушать. Не снимай меня. Не думай меня снимать, Оля.